Весна – время перемен, к изменениям готовы столицы Чувашии. На прошедшем совещании в городской администрации обсудили концепцию цветочного оформления Чебоксар. Почти миллион цветов появится на столичных улицах в мае этого года. Оформлением города занимается Зеленстрой. Клумбы, навесные вазоны, цветочные композиции и объемные вертикальные фигуры. Общая площадь составит почти 18 тысяч квадратных метров. Хотелось бы, чтобы еще мы поработали с предприятиями различными, особенно которые находятся на центральных улицах, чтобы и предприятия как-то оформляли за свой счет свои входы в магазины, там, кафе, общепита. В столичной администрации отметили, украшать и делать родной город зеленее должны и сами жители. Проведем конкурс по нескольким номинациям. И самый цветущий район города, лучший двор, лучший фасад, лучший палисадник, ну и что-то подобное. Для этого нужно разработать конкурсную документацию и до конца апреля ее утвердить. Определить призовой фонд. И в сентябре победителей поздравим по каждой номинации.